протока Мастрюкова – место, которое пользуется большой популярностью. Неподалеку проходит Грушинский фестиваль. Но подъезжать сюда на автомобилях и тем более оставлять машины на берегу запрещено. У нас многие отдыхающие нарушают это все и ставят машины порядка 5-10, ну самое много 15 метров от уреза воды. Вот. Тем самым они располагаются, отдыхают, после себя оставляют очень много мусора. Некоторые моют машины прям на берегу, хотя не положено мыть ближе 50 метров от уреза воды. На нарушителей составлены 6 протоколов. Каждому придется заплатить от 3 до 4,5 тысяч рублей. По соседству ведется ремонт моста. Незаконно, выясняют участники рейда. Работы не согласованы с Росрыболовством. Ущерб, во-первых, приносится то, что они раскапывают, раскопали сам мост, сняли грунт. Происходит обвал. Обвал этого грунта в протоку. Протока мелеет, плюс уничтожаются, значит, планктон уничтожается, уничтожаются водные биологические ресурсы. Хотя сами работники говорят, что они напротив защитники природы. У нас здесь задельское лесничество. Для проезда машин у нас там сейчас выкашиваются луга от пожара, чтобы будет убираться луга, и чтобы не было, когда пожар будет, чтобы лес не сгорел. Четверо без документов и разрешений на работу задержаны до выяснения обстоятельств. Машина с лесом арестована. Еще один улов рыбнадзора – 90 незаконно выловленных раков. До 15 июля вести этот промысел вообще запрещено. Задержанному самарцу придется заплатить штраф от 2 до 5 тысяч. Пойманных раков выпустили в ближайший водоем.